парочку дней назад из соцсетей мой друг Артем Кравчук прислал мне интересное видео, где он метает свой лидер полоборота в один оборот и пьет при этом чашечку горячего чая из вот такой вот крышечки. При этом корпусом он старается не шатать рукой, то есть активируются стабилизаторы дополнительные, чтобы больше работала рука, а не корпус, то есть меньше наклонений, отклонений, всяких поправок, то есть более такое осознанное, четкое метание. Кухонные ножи у меня очень острые, то есть доведены практически до бритвенного состояния, поэтому буду метать аккуратно, постараюсь не пораниться. Вот таким вот хватом. Большой палец никогда не выступает за указательный.